так говорим, пока городу Сочи, выезжаем из него. Побыли, погуляли, переночевали. Раннее утро, можно сказать, но еще уже, по большому счету, 8 часов 50 минут, почти 9. Народу никого, машины только появляются. Сочи просыпается достаточно поздно, потому что все в основном гуляют тоже очень долгое время и до самой-самой ночи. Единичные люди, какие-то туристы, но совсем мало народу. Проезжаем новые сочинские такие микрорайоны, которые строятся. Можем даже увидеть, как это выглядит. Здесь есть как тоннели, так и вот такие интересные виадуки, мосты. Тоже над городом развязки кольцевые. Все, конечно, достаточно сложное, дорогостоящее. Местность холмистая, гористая. И вот это все придумать здесь достаточно сложно. Итак, попали мы с вами в Лазаревское, на пляж. Посмотрим, как здесь сейчас все выглядит. Это самый крайний пляж от дороги, в том числе от железнодорожного полотна, если посмотреть. Вот так вот идет ветка на юг, вы едете на поезде, и начинается пляж. Это как раз Лазаревское, отдыхающее, и вот такой вот общий вид. Ну и мы с вами готовимся к путешествию, наше шоу продолжается. Итак, едет поезд на Сочи, на Адлер, проезжает Лазаревское. В прямом эфире привет пассажирам. Не могу здесь прочитать точно название, откуда прибывает этот поезд, но таким образом все выглядит. Люди машут руками. Поезд по берегу Черного моря. Возможно, из Москвы, Санкт-Петербурга или из другой части России. Так, теперь началась настоящая прогулка по пляжу Лазаревского. Как он выглядит. Огромные камни, валуны прямо на берегу. Небольшая прибрежная зона из камушков. И идет потом вдоль пляжа вот такая вот набережная. Туалет платный, 20 рублей, но душ бесплатный. Вот там люди купаются вдалеке, то есть можно помыться. На пляже все это предусмотрено и бесплатно, чтобы вы понимали и знали. Думаю, это важная информация и познавательная. Люди тоже сидят на шезлонгах, кто как отдыхает. Массаж можно сделать здесь. Ну, народ есть. Кстати, здесь я так понимаю, что со свободными местами даже очень хорошо. Можно найти себе где-нибудь местечко и поспать, полежать. Не так, как в других местах. Не только полежать, а просто позагорать. Вид сверху. Посмотрим, понаблюдаем. Но сама зона маленькая, прибрежная. Там на лодочках катается везде. Кто чем занимается, везде можно смотреть, наблюдать. Кто-то вон катается на таблетке, кто-то где-то еще. Таблетка-рулетка работает у нас тоже. Таблетка-рулетка называется. Ну, классное ощущение, да, море, я думаю, вам нравится. Так, идем мы дальше по пляжу Лазаревского. Смотрим все, что впереди нас. Как люди отдыхают со всех сторон. Кстати, есть большой плюс, хотя везде основание пляжа такое щебеночное, видите, из камней, но есть дорожки вдоль всего пляжа, по которым, в принципе, можно пройти. Не надо идти по камням, камни, вы сами понимаете, горячие, песок тоже. А по дорожкам можно неплохо и пройтись. Железная дорога так и продолжается. С левой стороны идет. И с правой части четкое отделение пляжа. Очень-очень длинный он такой, продолговатый, вдоль всей железнодорожной ветки. Можно, знаете, как жилье получается, снимать в любом месте и просто идти, идти, идти на пляж. Не ошибетесь, он везде приблизительно одинаковый, со всех сторон. Главное добраться до него, вас будет отделять железнодорожное полотно и море, больше ничего. Чуть-чуть я ошибся, если мы пройдем все-таки до самого конца, вот там железнодорожный вокзал уже, то пляж превращается из такого очень хорошего больше в дикий, напоминает дикий пляж, где уже мало грибков. Или это только в этой средней части, я вижу, в самом далеке, там есть колесо обозрения. Сейчас попробуем дойти и туда. Но в данном месте, я не знаю, здесь как-то не очень классно и уютно, вы сами все видите.
людей намного меньше. Нет вот этих дорожек уже. Хотя в самом отдалении я вижу грибочек. Попробуем дойти туда. В Лазаревском, оказывается, есть и вот такая вот набережная. Ближе к центру города и колесо обозрения. В самом начале своего путешествия я двигался от края, если заезжать из Джубки в сторону Сочи. Сейчас я путешествую по этому пляжу дальше и вижу, что есть вот тут вот как раз такая пешеходная зона. А правее все те же пляжи, но народу уже намного меньше. Видимо, основные домики, основные курорты остаются с левой стороны. Здесь же больше уже каких-то или своих людей купается, или не любит это местечко. Хотя, в принципе, есть все. Пройдемся немножко еще. Здесь уже начинаются морские причалы. Плавают корабли, в том числе исторические. С правой стороны, вот там они вдали не видны. Здесь уже вот поинтереснее, чем ближе к основной набережной, душ есть. И уже тут прямо пляж такой более солидный, я бы сказал. С левой стороны набережная, здесь мы просто с вами движемся, идем, идем дальше, дальше. Уже большая береговая линия такая. И мы идем, идем вперед дальше. Людей много. Просто сумасшедший, нескончаемый пляж в Лазаревском. Длинный, длинный, огромный, огромный. Я уже шел, шел. Думал, он закончится. А он, оказывается, только-только начинается. Если посмотреть прямо, то можно увидеть такие же здесь кафе, которые только-только, оказывается, начинаются. Хотя мне казалось, что все уже должно было бы и закончиться. Пляжи нескончаемые, кафешки, все это есть. Мощная, конечно, Лазаревская. Отдыхать места хватит всем. Видите? Везде, 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 везде. Все пляжи забиты. Здесь очередные кафе. Вода, соки, лимонады. Простая вода 30 рублей. Побольше 60 рублей. Цены такие приличные, как и по всему курорту. Свиная шея за 100 грамм. 130. Свиная корейка без цены, баранина 100 грамм 300 рублей. Куры гриль есть 340, половинка 170, хлебушек. Все вот это есть. И здесь много людей, конечно, катается, кто на кораблях, кто на лодках. Попадаем в самый центр. Вот так вот люди купаются и плавают. Если посмотреть на виде сверху, происходит вот такой процесс. Ветерочек дует, парашютисты. Показываю вид Лазаревского, полностью побережья. Ну, очень длинный берег, очень много купальных зон, территорий, почти что везде одни такие берега. И колесо обозрения, аттракциончик интересный такой в курортном этом городе. В самом центре находимся, там парк, есть еще и другие аттракционы, мы их тоже посмотрим. Сейчас просто общий вид пляжа и центральной части. Прибрежная зона, так сказать. С другой стороны. Тут, конечно, их две стороны. Одна сторона. И вот там вторая. Вот такие вот цены на колесо обозрения. Открытая кабинка, одно место 400 рублей. Закрытая кабинка, одно место 400 рублей. И поехали. Выбирайте любую. И можно прокатиться на Лазаревском на колесе обозрения. Очень и очень дорого. Также здесь, конечно, различные другие аттракционы, если мы посмотрим. Вот здесь типа орбиты нашей советской, только выглядит уже как какая-то металлическая конструкция или даже инопланетный корабль. Цена: детская железная дорога 200, космос 100, манеж 150, цепочная карусель 200, американские горки 350, автодром 200, башня падения 200. Ну, такие цены. Самое большое — это колесо обозрения. Остальные аттракциончики вы видите. Самый центр Лазаревского. Ну, в принципе, колесо обозрения высокое. Вон, кстати, открытые кабинки. А вот, точнее, вот открытые, там вот закрытые были. Еще пингвинарий. Ну и другие разнообразные аттракционы. И вот обезьяна огромная. Я не знаю, когда точно закончится этот пляж.
Но он реально бесконечный. Вот мы идем дальше. Все так же с правой стороны Черное море. Огромное количество отдыхающих. И мы с вами как раз находимся на пляже вот под этим колесом обозрения. Тут уже, конечно, сама береговая линия пляжа побольше. Как мы видим, с левой, с правой стороны есть отдыхающие. Ну и мы с вами движемся вперед. Кстати, есть здесь тоже бесплатные туалеты на берегу. Огромный плюс. Плюс есть душевые, в которых идет, конечно, не соленая вода, а обыкновенная, пресная. Поэтому пляжи здесь продуманные. Ну, народу везде много. Значит, в Лазаревское приезжает огромное количество людей. Вот я уже иду, наверное, целый час или полтора. Ну, конечно, видеоролик будет покороче. И люди и так и есть без конца. Так, ну вот он, наверное, самый край пляжа Лазаревского получается. Шел по всему берегу. Шел вот оттуда, вон из самого-самого далека. Колесо обозрения теперь с этой стороны. Весь его прошел насквозь. Там еще есть небольшое продолжение с той стороны, но думаю, что там уже конец. Вот такой вот шикарный вид, вот такое вот шикарное место. Но очень-очень длинный пляж все равно получается. Океанариум 50 рублей, взрослый 400, 350, детский 200. Плавание с дельфинами 5 кругов 2000. А цена билета различается. Первый, седьмой ряд 700 рублей, восьмой, 15, 600, 16, 24, 500. Цена различная. Ну, вот так вот он выглядит. В Лазаревском дельфинарии, чтобы вы знали, кто хочет, может посетить. Посмотреть на дельфинчик. Я, наверное, кукурузу возьму. У вас кукуруза сколько стоит? Три штуки. А три штуки можно купить за 100, да? А можете показать, какая она хорошая, большая? Давайте я, наверное, три штучки возьму. Итак, взял себе три кукурузы. Вот так они выглядят. Так они по 50 рублей, по акции можно за 100 рублей купить три штуки. Вот мое транспортное средство, на чем я катаюсь. И езжу, так сказать. Мой велосипед, самокат, все вместе. Становлюсь и поехал вместе с вами. Погнали. Вот таким вот образом я живу в Лазаревском. Наш отель, наши номера. Несколько этажей. Напротив меня тоже разнообразные отели, как вы видите. На горе, на небольшой такой. Можно там поиграть в карты. Некоторые вон играют покататься на шезлонге. Тоже катаются. А вот там вот у меня море, Черное море. Во всей красе. Лазаревское 2020. Также столики у меня на балконе вот здесь вот есть, как вы видите, стульчик. Ну, немножко испачканный, грязный. Вот соседний балкон, кондиционер. И все, что там внутри. Ну и мы с вами отдыхаем.